на сигареты чай. Маня, покажи руки. А что? Покажи подписчикам свои черные руки, блядь. Ёб твою мать. А имел в виду. Грязные, знаю. Сейчас пойду воды наберу все-таки. У меня уже нету терпения. Ребята, откусил эту картошку. Картошка, покажи пипку. Что? Это крыса отсела, нахуй. Мы бы это без биты были, да? Клёвуха. Спали, блядь, пьяная, нахуй. Просыпаюсь, сидит, нахуй. Смотрит, нахуй. То есть на морде сидит? Хуёрди. На этом самом, на столбике рядом, нахуй. С тобой? Да. Иди нахуй, утром просыпаюсь. Надо... Ёб твою мать, пивка откусила. Не надо было послать его. Надо было познакомиться с ним. В следующий раз не кусал. Камнем по ней швырнул, нахуй. Сань, подай одну бутылку. Люди все спрашивают, что они за такую гламурную водку, блядь, пьют. Мы же богатые люди. Мы же кучеряво живем, нахуй. Под деревом, под платформой. Быстро спиздил и ушел, называется, нашел. Всегда за деньги покупаем. Ну да. Мы по магазинам не работаем. Ни в коем случае не крадем. Люди дают водку, не воруем. Ведем культурный образ жизни. Что ты там, Маша, лазишь? Сейчас будем краситься, пока сидим, выпиваем. Ты не тонутый или что, блядь? Ну, блядь, глаз, блядь, сковырнет, блядь, то руку, блядь, ковыряет, нахуй. Что ты, блядь, ковыряешь? Опять вот расковыряла тут какую-то болячку. Локоть расковыряла. Чешется, блядь. Помойся, нахуй, ёб твою мать, чешется у него. Колено зажило, теперь рука. Хрянство ебаное, вот это чешется. Хрязь. Колено-то хуйня. Чё ты сказал? Колено-корялство. Ну, мужиков у вас всех, руки что чистые, блядь. Хрязь. Руки корялство. Чистые, у вас всех это чистые. Не, грязь это понятно. Я русский. Ковыряете? Корялство это по-нашему. Грязь это грязь. Грязь или грязь. А какая разница? Смысл один и тот же. Все равно картошка будет, да, сюда. Будь бы вот это вот. О, шо, это что? Что это, Маня? Да нахуй мне то, вот это что? Дай один. Это кофта, да? Маша, дай один. Мне холодно, Маша. А вот сидим и идем не дать, а? Че, вот сейчас я ей принесу эти вещи. На грязное тело она будет переодевать их. Сейчас снесу. Надо ей помыть. Не помыть, а точнее постирать. Короче, сегодня я тебя покрашу, а завтра подстригу. Потому что один день это долго. Это надо с тобой целый день сидеть здесь. Надо ну, смотри, вот. У нее вот на лице царапина появилась, да? Ну, она ковыряет грязными ручищами. Потому что, да, корявыми руками, нахуй. Еще надо гнить. Мясо, еду ела, под ногтями это все сгнило, потом этими же ногтями лезешь в болячки, блядь. Там не только столбняк, там хер его знает, крокодилы заведутся. Перчатки. Нахуй перчатки, тебе сейчас так надо. Сейчас прям лето, блядь. Не знаю. Да, а были у них. Блядь, до декабря, блядь, октября, блядь, дохуел еще не. Ну, жить надо. Тебе, блядь, 4 месяца нахуй, блядь. Ручку вот Маньке купила, будет письма писать. Нет. Подписчиков ебашить будет. Лидеру и Челупе, блядь. Кому красным, кому зеленым, кому черным. Работает. А, да. Кстати, если ручку не включать, то хороший самотык. Да, другой стороной можно еще что-нибудь делать. Какой надо? Там Валерка уже пристроился, наверное, с утреца. А где Саратова, блядь? Пистон не пристроил Маньке с утра? Я взял с домой пристроил.
Там меня любят. Салат. Что делать? Салат. Долг дают. А, в долг уже дают? Да, дают я говорю. Я понял. Маш, поехали. Давай. Вчера ж поехали. О, блядь, таким ебальничком сметанки бы хлебнуть нас. Митку бы хапануть таким ебалом, блядь. Митку. Видок я бы не дал. Видок сам бы съел. Маша, питайся, питайся, не слушай. Хлеб возьми, на, чеснок. Не надо мне. Надо. Так, сейчас я позвоню бычи, если там это родичи его уехали. Сейчас Саш, тебе тоже штаны привезли. Нужны, да? Саш, а? Телефон привезли. Да. Он вообще левый, да? В смысле? Ну, левый. Ну, или с нами был тогда. Был. Он был с нами, да? Да и этот вот, как его? Чеченец или кто он? Батька. Да, он трубку поднял, говорит, Сань, я, говорит, не знаю откуда, но в кармане у меня телефон, приди забери. Это был такой же, нормально? Не, балалайка. Там я даже не помню, как он называется. Типа Fly, что-то такое. Ну там, короче, он ничего не ищет, только звонок. Да, да. Звонок, все. Fly или что-то так маленький такой, обычный. Ну как, Женька мне дарил телефон. Короче, штаны принести, маньки, что ей принести? Это, телефон тоже дай, чтобы она на свет. Трусы, трусы. Бля, вы что, надо дыру, бля, третья сиська появится, бля. Это, попугая, прогоните отсюда. И краску, сейчас пойду эти две полторашки воды. Будем краситься, мань? Сейчас я две полторашки воды. Пока сидим, выпиваем. Ну, вы здесь пока вот покрасим. Сегодня покрасимся, а завтра я тебя постригу. Давай, мань. Сейчас намажем, смоем. Там два раза надо намазать, какая-то краска дорогущая, блядь, это, привезла это Оля, подписчица. Сейчас я звоню бычи, пойду, дойду. Штаны принесу, салат принесу и краску. Угу. Так, набрал я 20 литров воды. Ну и пакетики тут с вещами собрал. От подписчиков. Сейчас пойду. Не знаю, получится, не получится. Покрасить Маньку. Помыть ей башку сегодня. А завтра буду искать что-нибудь. Ножницы. Расческу или машинку. Подстригу ее. В один день это все тяжело. Сейчас они там нахерачатся, уже напьются. Ну, короче, как-то так. Так, короче, стрижка только начата. Вода, а? Так, сказали вот эту вот херню. Девчонки, кстати, это, посмотрите, сколько стоит канитель вот это. Я охерел, если честно. Олечка, спасибо тебе огромное. Так, вот это смешать вот с этим порошком. Порошок, я надеюсь, не соль. А то нечего будет смешивать, маэстро все снюхает нахуй. На 40 минут, короче, эту канитель нанести на волосы. Потом, значит, вот это смешать со вторым тюбиком еще на 40 минут. Перчаточки, кисточка, шампунь. Манька, блядь. Маньке вещи отдал. А. Да. Маня, куда ты этот пакет делал? Я после... Сошло. Это, блядь, Лариса Борисовна, блядь, морду получила, нахуй. Сейчас я разведу эту краску, волосы намочим. Блядь, потом стирать. Надо помыть ее. Не надо мыть, она грязная потом. Видите, полный джун, у нас с утра полный джун. Полный. Что? Так, штаны. Штаны отдал, носки отдал, трусы отдал. Перчатки борьбы? Да. Барбыр. Давай, полный рот, мне суну будет припасы, мне сен джун трай. Говорит, что сейчас я сам сделаю покрасить. Там две краски, там какая-то технология, блядь, ужасная она. Так.
Зелье Блин, готово. Манька, заходи на эстакаду. Я вижу. Какой футболки? Я тебе дал пакет с вещами. Давай мне мозги ебать будете. Маша, Маш, я тебе дал пакетик. Куда ты его делал? Мозги, водка, бахиру. Я, который я тебе пакетик дал, я куда знаю. Ты делал? Мозги комбатируют. Где пакет твой? Который я тебе дал, куда ты пакетик делал? Здесь. Там. Вот достань, там штаны, трусы, майка и носки. Все там есть. Вот он, новый пакет я тебе вот принес, вот он. Сейчас не одевайся, сейчас давай сначала покрасимся, а потом чистенькую оденешь. И лапами грязными своими, блядь, положи назад все в пакет. Положи, давай это, намочим голову, и я тебя намажу краской. Посидишь полчаса, потом, да, потом еще, а потом переоденешься. Фонарь. Нахуй мне нужен. А мне он нахуй. На, поснимай. Понимаешь, не будешь. Молю, какие тебе, Саша. Да, открой. Зомби встает. Маш, давай, чтобы краску не перевести. Давай. Сань. Смахни лишнюю волосы, эту воду. А мне хватит. Давай, полотенце. Нет, не надо так. Все бедолаги тут собрались, ребят. Ребята, помахайте в руками. О! Майка, как всегда. Все, вытерла. Садись, я тебе сейчас палочку отрежу, руки там подержу, с одной с ручищей. Садись вот так, спиной ко мне. Бля, ребята, молодец. Вот Саня, бля, делает добрые дела, водоры нет. Ребята, у нас открылись новый салон красоты. Да. Манга будет в огне. В огне. Все в огне. Можно детям, а он крепятся, блядь, в сумах. Ну, ты раздеваться собрался. Все же там собрался делать. Стрипчиз. Эй, Сань, это, картошка, иди помоги, налей чуть-чуть вода на голову. Воды, да. Сначала дайте, я человек приду. Сейчас, подожди, она уже разделся. Ну,
терминатор у нас. Марина Борисовна ебашила его, блядь. Ребята, если что, обращайтесь, у нас новый салон красоты. Открылись на 6-м. Недавно открылись. Пока что. Пока что скидка. Вот наша мастер, белая футболка. Манька, что? Нормально тебе? Приятно? Ты что наделал? Маня сидит, балдеет. Санечка, ты раньше не работал, Санечка? Выключай. Технический перерыв, блядь. Да это ни о чем. Слушай, мы уже уехали. Очень болел вопрос. Ты дура, блядь. Я уехала на пол. Сама себе выделить не можешь, нахуй? А я этого не знаю. Самой не надо лезть грязно. Я грязного рука не поеду. Потому что ты, блядь, долбанутая. Все, где я урок съебал в пасть, нахуй. Это да ладно, холодная, блядь. Ага, говно. Не мой, просто окуни туда я руки. Я намочила ботинок. Ничего страшного, высохну. 30 градусов жары. Сейчас я засеку 40. Минуту. Минуту засеку, держи руки там. Вот, посиди, покайфуй. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Я кайфую. Держи, держи, в воде руки держи. Не надо. Да, я тихо. Человека знаю не первый год. Можно? Он знает, как то. Я тоже знаю. Ты не знаешь так раз. Маша, я держи ручки. Знаю. Тихо, да тихо. Тихо. Закройте, блядь. Давай помочи и все, помойся. Все, сиди, кайфуй. Нет, сказала. Марья Евгеньевна, держи, да, там руки. Держи. Так, замешиваем следующую хуйню. Главное, чтобы не взорвалось. Короче, вот эти теперь два. Манька отмачивает руки. Вот такую раковину импровизирует. Держи, держи, Манюнь. Маня, держи. Подержи там ручки. Сейчас, минуту подержи. Так, воды тут хватит вроде так. Ну-ка, отмыло чуть-чуть. Ну, уже лучше. Еще бы разок намылила. Намыли еще разок. Не поленись. А? Болит. Надо это. А я не знаю, где ебался. Ну, блядь, пьянюшка, ёпта. Ой, вода есть. Пьянь, гидролиз. И еще я
в ущерб. Вот, баклажка, да. Вот такой. Не надо. Давай, меня самый украинский вообще. Поосторожнее, не плескайся сильно. Что ты как утка туда занырнула? Цыпленок, скажи. Цыпленок? Я курица. А нет, я обезьянка вообще. Да, да. Курица, ты самая натуральная. На дерево лазила. Ебаный ворот. Раз в месяц, блядь, руки чистые, у маньки. Пока я печенье отвергнуть получил. Ой, блядь. Почти одинаковые. Короче, водка, деньги, хуйна, да? Все равно эти вот суставы не промылись. Че, ребята, у вас стаканчики ваши? Ну, хоть так, ёпт. Ну, он и это ждал, кого. Он обнаглел, понимаешь? Нет, ну, сидит нахуй вот так, нахуй. Мен стаканами видно, и налей ему. А у тебя у него никто не любит. Он такой, иди нахуй, блядь. Ну, ржан и стакан дальше. Ебанутый, блядь. В карманы покупаешь? А я лягу, прилягу, головой на пригорок. Охранники в магазине наебашили ему по ребрам. Выбирай, говорит, или ментовка, или по ребрам. По ребрам. Ребят, у нас появился вот сестра, у нас скоро будет свадьба. Дядь Валера. Опять я. А почему опять ты? Снова ты? Да никто не любит. Мариночка, спасибо тебе за вещи. А, ребят, кстати, вот эти штаны, это от родственников Валеры Космоса. Братан, я тоже курса хочу. Трусы хочешь? Да, курса и штаны хочу. И душ хочу, блин. Ну, найдем что-нибудь. Что-нибудь придумаем. А как тебя зовут? Космос. Гуру? Гуру. Буру? Да. Вот про нее говорят. А, Буру. Блядь, дай. Просто. Я еще не помню. Давай, да, пивай. Микрофон дай. Тут. Еще улица, да, блядь, заебал. Я понял. А давно живешь? Как-то мир десять минут. Он думал, кетка. 10 дней? Да. 10 дней? 10 дней. Текстыши парк. Туда-сюда, коробка, блин, заебал чекет, блин. Я понял. Если курса, тем более, душ хочу, блин, душ. Душ? Конечно, душ хочу. Душ вечером я могу вот так баклажки воды принести, нагреются, и вечером... Вечером, в кустах он помоешься. Мыло есть, все заебал, есть. Заебал, мол, уже че, блин, розум трава там... Бомж пол. Майка есть у меня, штаны не знаю, но найдем. Муж уже раз в год, 10 год, крустар. А так 3D, девушка есть. Да вот, бомж. Все? Хороший муж я у тебя. Точно? Хороший. Завтра будет свадьба. Точно? Ребята, приезжайте на свадьбу. Олечка, тоже спасибо тебе за вещи для Маньки, за краску. И тоже спасибо. Да. Родственники космоса, спасибо вам тоже за шмотки, да. Спасибо за это. Да, принесли. Да, это вот Марина купила. Спасибо, Марина. Как зовут тебя?
Саша. Саша, потому что Хрустанда тоже есть. Вот такой. Бишкек тоже есть. Вон, муж, короче. Я сейчас, моя, блин, очка, тем более. 84, да. А ты с 84-го? Да. Сен де олгон очкарик эмем бар. Такого же, как и ты бурул гетериш. Бурул, да? Только без сахар чай дейм. Привет передаем. Без сахар дакю. А да, мы работаем в Курстандаче. В Курстан работаем. Работа. Нормально работа. Көчөдө жаткан балдарды он жатырат, болеет, бул жатырат, болеет. Я деньги есть карман. Сразу давай, давай. Вставай. Чё хочешь? Водка хочешь? Или вода хочешь? Или чай хочешь, блин? Потому что Аллах там кайда атат да. Аны только сенде болгон, эмен бар да. Кут бушунда болгон. Бая чайларды алып беришет. Кувалды, как у Тайсона. 84 да, алдағы че? Ана, анда бір оғым. 84 да, алдағы. Класта аштап қол, ата класс деп. Я тебя люблю, я тоже люблю. Чай, без сахар чай. Бұруға дейді сразу. Мяты бұру. Без сахар. Қырғызстан. Ужал, Қырғызстан. Бішкек. Это где это? Говорит, ты сыграл. Со мной. Слышь? Говорит, а, ну да. Она говорит, если, если не один день на всю жизнь, если бы, я согласен, что лежит вместе. Сестра, а где будем жить? Я? Мы с тобой. Мы с тобой, где будем жить? Не дай. А я где жаюсь, как Кыргызстанда у тебя Беларусь дал. Как отшайли? Ай, потому что ты муж. Понял. Ты муж. А где будем жить? Советская свадьба намечается. Киргизстан, Беларусь. СССР, Беларусь. Где будем жить? Посередине где-нибудь. Между Киргизстаном и Беларусью. Кыргызстан хочешь. Кыргызстан. И туда поедем? Да. Дом есть. Я там охуел. Мужа нету. Мужа нету? Конечно, 10 год уже. А деньги есть у них оттуда? Деньги есть у них. Вот лежат деньги. Под сладкое скинемся. Только взять остатки. На свадьбу скинемся. Девушка, а где твой муж? Моя муж? Бурул. Да, только что был. А как переводится бурул? Заебала, если я хорала. Разбор! Моя муж уже 10 лет, 10 год, блин. Для него, короче, дом. 10 лет нету. Человеку я поняла. Просто трихань, не хочу, мала, не хочу. Вот не так, хочу, не хочу. Я слово понял, не хочу. Больше не понял. Ну, со временем поймешь. Потрахаться, я уже не хочу с ней потрахаться, говорю. Девушка. Ну, с этим человеком больше он не хочет. Не-не, все нормально. Точно? Свадьба. Согласны ты, муж? Согласны ты? Твой. Бурул. Да, я женщина. Да. Я согласна. Подожди, Бурул. Бурул, а ты где-то работала здесь, да? Что случилось? Да. Почему на улице? Я работаю в печатнике. Печатнике работаю. Ресторан. Печатник, налоговая инспекция, остановка, автобус. Девушка, дай сейчас. Ой, Майль. Короче, ресторан работаем. Каждый день наличка. Администратор одну. Ушел. Гуля. Туркия. Туркия. Ушел самолет. И молодожный, еще да, ресторан. Короче, эконом тамыры, ресторан, вот. Короче, бир ресторан, да, администратор, бюро. Работаем, и нальчика, каждый день нальчика, апкелем, ахчаны. Апкелем,
Едем, таштаем, родной едем, 50 тысяч будет, блин. Сколько? Деньги дает каждый день. Каждый день. Отвечает. А, короче, итогу, родная сестра, короче, деньги еще потратила. Она без денег, сейчас на улице. Охереть. А дома там в Киргизии есть кто-то, родные, кто тебя ждет? Есть? Детки есть? Дети есть? Конечно, есть. Три девушка есть у меня. Три девушки. Три дочки? Свадьба, Энчон кызым. Свадьба, август айна свадьбасы болот, блин, заебал. Самая старшая дочка говорит, что в августе свадьба будет. А я говорю, что без паспорта, без ничего тут валяется. И паспорта нету? И паспорта. Пол остался, блин, сот, ежемина, печатники, да, блин. Ну, сестра оставила паспорт, деньги, она деньги не дает, короче, она все потратила. Она три месяца поработала, короче. Каждый день, блядь, сестру давал деньги, а сестра, блядь, потратил деньги. И итогу вот она не знает. Хуйна. Обратно Кыргызстан, кетишим керек, блядь. Обратно хочу домой, говорю, что с киргизом. Да, уважаемые киргизы, кто смотрит меня, мои подписчики дорогие, откликнитесь, пожалуйста. Давайте. Даме поможем. Бурул. Мы тебе поможем, Бурул. Ребята, на самом деле, помогите, чтобы Кыргызстаннан кимиңер көрүп отсаңар, таджики, өзбеки, там, турки, это не значит. Не хочу, блин. Просто я понял. Помогут, делайте добрые дела по-мусульмански. Они помогут тебе. Машунь, подожди. Помогите, пожалуйста, чтобы попасть домой. Просто полный адам курбасын, мен дружбаларым курбасын. А, помоги, обратно мне Кыргызстана хочу. Без документ пасын. Не бағы, департ болсам, да кетшим керек болды. Хоть не депортировать, говорю, я хочу домой, все. Три месяца Москва. Охуеть, блядь, Москва ебаная, нахуй. Манюшкин у нас рыженькая стала. Рыженька на паты. Да, вторую серию пошло, ребята. Благодаря добрые человеки. Да, Олечка, спасибо тебе. Девчонки, спасибо. Марина, спасибо. Да, да, спасибо вам огромное. Спасибо, обязательно. Марина, знаю, они же ребята, подписывайтесь, такие добрые дела делает человек, которого с белого футболка, с синего джинса. Подстригаться задом, Манин, а то это сзади сильно много процедур, я охуею. Хочу, нет, обижать, да? Да, завтра подстрижемся. Ребята, вот, извините, пожалуйста, чтобы это прямо на улице, на шестом выход. Вот люди ходят, а это бульба спит. Он специально пошел домой, вода набрал и красит. Благодарю, дай бог, такого человека, чтобы... Блин, я не знаю, я что сказать. Смотрю, он скоро шпагатка будет сесть. Да, Санька? Я уже съел, я а ты же синяк показал вчера. Манька! Что? Хоть рукой-то помахай. А у ей же злорами вечно-вечно. Какая? Не самая. Ну я за ним переживаю всегда буду. С Манькой делаем снегурочка. Я тебе закончу снегурочку. Она хорошенькая. И хорошая мама добавила.
Ну, а забывайте оно. Это главное. Сома с этим гимном я никогда не забуду. И помню тебя всегда. Я сама тебя рожала и похоронила сама. Чего пробишь, бля? Нет. Сань. Деревья с кожей, не дают. А? А, с росом было удить? Ребята, на Савеловский вокзал на 6-м выход открыли новый салон красоты. Приходите. Да. Славная компания. Покрасим, педикюры у нас. Ну, Майя, ну рассказывай что-нибудь. Что? Вот тебе завтра, сегодня ты покрасишься, бля, завтра точно тебя изнасилуют будет. А батюшка, я и сама выебу, как отстираю. А муж уже все изменил. Нашел другой какой-то. У меня друзья только остались. Там хорошие. Че, дозволи? Я муж нормально не найду, не успокою. Я сама выебу. Пока до 10 лет не дошла. Да, Валер, ты-то что там, кончил? Нет, я еще нормально. А, еще пока нет? Ладно, не буду мешать. Пацан. Ислам. О. Я живу. Это главный. Самый главный дыш, это все. Собака-палка. Ага. Все, Снегречка будет у нас сегодня вечером. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас рукой. Бля, ребята, что вы подписываетесь всегда. И лайки не забудьте. Вот, смотрите. Смотрите, вот что делает человек. Человек делает добро. А потом говорит, чтобы... А, Саня, такой, Саня, не такой. О, красота. Красотуля. Все, теперь сиди. А этот муж и жена. Свадьба, приходите. Тот, который не может приходить, деньги можете отправить. На свадьбу. Все под контролем. Вот моя жена рядом. Тот, который я изнасиловал. Иди ты, Ваня. Где болит? Дозволит, болит где? Пойду. Хочу. Постоянный. Постоянный. Жить. Умерло. Твоя умерло. А так не хочу. Так что, Валера, снимай хату. Валер, я понял. Там дверь-то открыта, ключи высушены. Так, время я не засек. Ну сколько, 5 минут прошло, да? Давайте, красить, ребят. Да. О, уже.
не зашел. Футболку сними. Манька сейчас покрасит Валеру головой своей. Могут заблокировать нахуй видос. Ребята, это не издевательство, это реально происходит. Ладно, подожди, я сейчас куда-то. Все, все. Не-не-не. Тебе там заблокируют потом. О! Ад! В ад попал! Лиза, блин. Да не, я не снимаю, такое нельзя снимать. Соси! Соси! Там нихуя нет. Молока нет. Молока нету, да? Бульба. Аж проснулся бульба, блядь. Сань! Саша! Не-не-не, не снимаю. Не. Все, Валера, теперь ты обязан на ней жениться. Да. Все, ты уже изнасиловал. Или тебе изнасиловал? Голубые, блядь. Валера уже забыл, как его зовут, мне кажется. Все, Валера уже сдох. Да, Валера сдох уже. Вода надо. Вода, где вода? Вот вода. Вода, вон она. Я ушел в дом, да? Я думаю, не ушла. Не хуя, блин. Не надо, зачем? Голову сдула. Малыш. Не хуя, мне полный, чаще тут джунай до того. Ванну она хочет, что ты ей на руки. Куда хочешь? Куда хочешь? Куда хочешь? Вода хочешь? Чё тут? Мама, надо, блин. Земля движется, блин. Чё смеешься? Я короба стал. Да не надо обливать, ну зачем-то, Валер? Нет, тихонько. Нет, не хочу, блин. Ну она же мокрая будет, зачем-то? Мало вода, блин. Мало воды. Нормально вода. Бля. Куда ты пошел? Ой,
Блядь, ты ебанул ты, да. Еще и штаны покрасили, на. Все. Это все ты виновата. Возбудил человека. Закружилась голова у парня. Возбудил его. Похмелились. Заебись, похмелились. Все в зюзю. Один, два, три. Бля, ебанулся. Что надо? Жопа ко мне. Что надо? Он сейчас вообще сдохнет. Сиськи дай, что пускай. Подвиньте. Пускай молоко не хочешь. Поздравляю ведь. Можно вопрос? Чё? Дай молоко. Да ну нахуй. Больше, чем там мое. Не-не, там нету ничего. Я такое нельзя снимать. Иначе меня в Ютубе заблокируют. Вы что? Пошло жара. А как видимо, да? Как видимо. А то это. Сенька турбаза, хутан турбаза, элег нам на джетам мен аны. Я понял. Я понял. Хотя не понял, я понял. Я трахам хочу. Меня? Ты меня хочешь? Да, конечно. Полюбила меня? Да. Полюбила меня. Все, ебанусь. Почему? Почему я добрый? Заебал. Говорит, у тебя хуй не встает. Не встает. А с кем трахаться, говорит, хуй, если у тебя не встает? Не хуя. Вообще, вставай, блин. Вообще, не хуй. Вставай, да, блин? Там ноги. Блин, заебал, чарай. И так, меня уже, возможно, вот он. Говорит, уже я возбужденная, блядь. Замок, как тебя открыло. Замок. Тут замок. Я уже ебали орал. Чего? Несчастный, а не.